Всем привет, меня зовут Владимир, компания «Лидер Нижний Новгород», и сегодня у нас на обзоре самая универсальная колонка, это Electronic 2014 Dancebox 300. Едет она у нас EMS в город Чапаевск, Самарской области, для Татьяны Алексеевны. Также из вчерашнего видео меня попросили показать многолучевой прожектор. Вот он здесь есть. Покажу его, как он работает в темноте и с дым-машиной. А также покажу дым-машину 900 Вт с подсветкой. Ну что, погнали. Сверху пенопласт, в нем два радиомикрофона. Сама акустика и комплектация. В комплекте пульт дистанционного управления, зарядка 12 вольт, 220 вольт, аукс-кабель, инструкция на русском языке. Инструкция. Зарядки, аукс и пульт. Два радиомикрофона идут в комплекте, два динамика по 10 дюймов. Металлическая защита, есть твиттер. Сзади FM-антенна телескопическая. Пятиполосный эквалайзер. Питание 12 вольт, питание 220 вольт. Настройки на колонку, настройки на микрофон, гитару. Кроме двух беспроводных микрофонов, можно еще подключить гитару и микрофон. Давайте затестим микрофоны. Проверим радиомикрофон оранжевый, комплектный. Поставил две пальчиковые батарейки. Радиочастота 230,7. Раз, 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 два, три, микрофон работает. Раз, 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 вот прибавил чуть-чуть громкости и немножко бас. Вот объем звука появился. Проверим радиомикрофон синий. Раз, 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 два, три. Прекрасно, тоже работает, можно вдвоем петь караоке. Теперь распакуем многолучевой прожектор. 40-й номер 15. Упаковочный материал плотный. В комплекте шнур питания и сам прожектор. Вид спереди. И все, я тебе тогда наберу. Здесь такие вот линзы. Вот. Металлический корпус, дисплей управления, DMX, вход-выход. Дым машины на 900 Вт с подсветкой. Подсветка срабатывает под звук. Будем молчать, не будет там светить. Начинаем говорить, светит. Ну давай, чмоки-чмоки. Вот такая прикольная функция. В комплекте у нее педаль и радиопульт. Один раз нажали, она порцию дыма выпускает, потом сама останавливается. Ну что, давайте ее включим, послушаем, подключим многолучевой прожектор и дым-машину 900 Вт с подсветкой. Так, колонка работает, многолучевой тоже. Вот оно у нас здесь подвешенное же, я его не стал подвешивать, у нас есть. Подальше покажу, какой объем. Новый трек от диджея Сева «Новогодний». Это демо-версия, скоро выйдет финальная. Напускаю дыма. Thank you.
красные лучи. У нас еще свет не полностью погашен. Все здорово видно. Диджей Сева. Специально для лидера НН. Вот такая красота в полной темноте. Еще порцию дыма. Из световых проекторов только много лучевой. Подсветка дым-машины и самой колонки. Такие лучи разбегаются по всей комнате только от одного прожектора. Цена на него сейчас очень крутая. Машина, когда выпускает дым, тоже идет светомузыка. Напоминаю, вот эта вся красота только от одного многолучевого лазера. Ребят, ну вот так вот здорово отыграла 2014 Dancebox 300, они всегда есть в наличии. Конкретно это мы запаковываем. И отправляем в город Чапаевск Самарской области для Татьяны Алексеевны. А также сегодня в тесте у нас был вот такой многолучевой лазер номер 15 и дым-машина 920 с подсветкой. Все есть у нас в наличии. Заказывайте по номерам телефона, которые всплывают на экране. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока.